Заявление подозреваемых каналу «Апрель» передали адвокаты. Приводим его текст полностью. За нарушениями процессуальных норм на судебном процессе по делу о койташских событиях и создании нечеловеческих условий для подсудимых стоят родственники президента Сооронбая Жээнбекова. Мы, политические заключенные режима Жээнбекова, являемся подсудимыми по сфальсифицированному уголовному делу, связанному со спровоцированными властями и ГКНБ массовыми беспорядками в селе Койташ 7-8 августа 2010 года, официально заявляем. Первое. С самого начала предварительных слушаний по вышеуказанному уголовному делу допускается масса нарушений законодательства, в том числе искусственно создаются нечеловеческие условия для обвиняемых, которые лишены возможности полноценно участвовать в процессе, не могут слышать выступления, не могут общаться со своими адвокатами. Второе. Судебный процесс проходит в открытом доминировании обвинения, которое возглавляет прокурор Бишкека Бекмамат Улу Темирбек, являющийся приближенным и ставленником Асылбека Жээнбекова. Более того, по распространяемым в обществе сведениям, Бекмамат Улу связан родственными узами с семьей Жээнбековых. Немаловажен и тот факт, что в бытность Атамбаева Алмазбека Шаршеновича президентом Кыргызстана Бекмамат Улу Темирбек был снят с должности заместителя генерального прокурора Кыргызстана, а потому является на процессе лично заинтересованным лицом. Он необоснованно вмешивается в ход судебного процесса и уже своим присутствием давит на судью, своей приближенностью и родственными связями с семьей президента. Вышеуказанное обстоятельство является серьезным препятствием для объективного, беспристрастного разбирательства, что требует незамедлительного устранения этих обстоятельств.